Приветствую вас, уважаемые читатели и зрители интернет-ресурса Мегаобзор.ком. Сегодня у нас еще один 27-дюймовый монитор от компании Yama. Это ProLight G2773HS. Поступает он в такой вот ярко оформленной упаковке. Буква G на упаковке говорит о принадлежности к игровой серии. На момент проведения теста его стоимость составляет 15 850 рублей. Это самый доступный монитор с частотой 120 Гц. В комплекте у нас идет DVI кабель, HDMI, аудио кабель и инструкции, гарантия. Комплектация весьма хорошая, в отличие от прошлых решений. Здесь обычный аналоговый кабель заменили на HDMI. У него классический внешний вид, он не сильно отличается от рассмотренного ранее представителя H2773. Появилась у нас большая частота, но все-таки это, мне по мне, так это сомнительный ход. Больше он по маркетингу. То есть в играх частоту кадров 120 секунд получить не так просто. То есть в обычных ситуациях этот монитор будет, то есть, не отличаться от моделей, которые послабее. На задней панели вот здесь выйдет у нас DVI, VGA, HDMI, аудио-вход и аудио-выход. В целом, по качеству материалов, конечно, нет нареканий, но я бы все-таки рекомендовал посмотреть на модели этого же ряда, но подешевле. То есть, а на сумму в 3000 рублей взять лучше SSD-накопитель или, например, более мощную видеокарту. Более подробные данные по тестам вы можете посмотреть в текстовом варианте обзора. Я же вас благодарю за внимание. Всем спасибо, всем пока.